Чо? Цо курва хочеш? Да, ебала, чуть не лопнула. Не? Не. Добрый ранок, Лёх. Привет, Димончик. Что у нас сегодня? Приседание? Да, сегодня присед. Мощный? Я ждал, что будет мощнее, но я думаю, что я сделаю чуть мощнее, больше, чем мне Серега прописал. Серега будет ругать, но это будет уже в следующий четверг. Так что... Так что сейчас никто не ругает, можно, да? Сейчас, пока. Сейчас нормально. По программе прописано 320, но я в прошлый раз прописал 340. И было так, типа... Нормально. Да. Ничего сложного в этом не вижу. Так что я думаю, что минимум 340, может 380. Ну, я это сейчас говорю, такие цифры. А может там сейчас на 300 и все. Mm-hmm. Всякое может быть. Так что смотрим. А что это ты набодяжил? Это я набодяжил. От Эдди Холла привет. Эдди Холла набодяжил. Да. Ну, чтобы веселее было на тренировочке, то утро. Час. Утро. Утро, да. Да. Не, ну я уже разминку сделал, то есть все пока. То в целом. Ну, чтобы активнее тренировочка была. Чтобы хотелось под штангу лезть. А то иногда так впадло бывает. Да, Димон? Да. Темно дышать. Дима, включи свет. Что добавляем? Плюс 40. И 3 кг. Так, Сашко снимает десятки. А Димон снимает Сашка. А я снимаю Сашка. И мы берем... Леха, одевай комбез. А мы будем вешать тридцаточки. Вот такие. Туда довесу. Лех, ты этот... Итого у нас 320 килограмм. Тут что-то больно. О, так ты этот пауэрлифтер? Да. Получается. Ну, получается, что да. Лех, это новое трико у тебя? Ну да, купил недавно вот. А что с тем оранжевым? Оранжевый отдыхает дома, ждет лучших времен. Угу. А в каком лучше тебе? Приседать в том, конечно. А что? Ну, тут очень сильно режет. Я специально неопренчик одел, вот, миллиметр неопрена. Если будет все равно резать, еще одену одни шорты. У меня там 3-4 пачки шорт разных. Ну что, ты готов на 300? Да, готов. Да? Ну, давай, начинаем. Чуть-чуточку сильнее, совсем чуть-чуть. Опка, раз, сачка. Я потом этот экран уберу полностью вот так и звук оставлю. Чуть-чуточку сильнее, совсем чуть-чуть. Опка, раз, сачка. Совсем вот сам. Чуть-чуть, 2000 килограммов. Чё? Цо курва хочешь? Цо курва? Не, не надо.
Со, курва. О, курва, мать. Ау. Ух ты, пидорило. Не нравится мне. Что не так? Режет. Немножко оно свободное. И чтобы не так, ну, было более плотно сидело трико. И плюс не так резало. Одеваю сейчас еще одни шорты неопреновые. Соответственно, этим самым увеличим объем жопы. И будет лучше рычаг. Так что сейчас одеваю шорты и будем смотреть дальше. Только что трико чуть-чуть перекатилось не туда, куда надо. А с тем же весом будем пробовать? Да, попробуем присесть с тем же весом. И я рассчитываю, что будет, ну, приседать несложно. Сложно больше углы правильно найти. И вот как только словил углы, легко приседать. И вновь в этом сложно сесть. Угу. Сейчас поймем и поедем дальше. Ого, ты рэпер. Ты рэпер. Да, Димон. А ты наложишь там, да, окей, Димон? Да, да, да. О, вот это уже поплотнее. Может, ты бить супишь? Ты так пролезешь. Ну, давай. Ladies and gentlemen, Олексій Новіков. Не, ну это уже бронь, понял? О, можно туда волосы. Лёх, Лёх. Да. Мне кажется, перед подходом надо выпить коктейль My Protein. О, это тот самый коктейль My Protein при воркауте от серии Эдди Холла, да? Да, да, да. Ну все. Классно. Кайф. Что по углам там? По углам, ну сейчас гляну. Вроде бы окей. Ну, лучше ж? Ну, лучше, да. Глубже. Сашко. Димон. Привет. Привет. Мы будем пятнашки добавлять? Да. И это получается сколько будет? 350. Да. 350. Ну, ладно. Сейчас будет 350, погнали. Блядь. А ну, я хотя тут... Не, тяжко. Димон, что, тяжело? Ну, там на самом деле прикручено, вот в чем фокус. А-а-а. Я сейчас историю расскажу последнюю и на присед иду. Короче, одно время, когда был переход с аматоров, я в Украине выступал долгое время, потом перешел в про, я выступал за границей. Это была Польша, Литва, Латвия. Но в основном это Польша. Польша, там очень сильная школа стронга, много сильных тяжей, с кем можно действительно рубиться классно. Ну и денежку зарабатывал. И, блин, очень было прикольно. Я там даже на польском интервью давал, но поляки, которые меня слышат, мне говорят, это не польский. Но меня все понимали, в чем фокус, и я всех понимал. Да? Да. А как будет 350? Чисто 50. Ой-ой-ой. 350. Все, разрыв.
Ого. Фух, да, ебало, чуть не лопнуло. Да за что? Зачем так жестко? Почувствуй легкость. Еще добавляем? А, хочется, да. Надо что? Не, не надо. Да и пятнашки надо, если что. 320 сегодня. Сереге передай. Серега. Ты, Лех, ты знаешь что? Ты заметил, что первый когда раз есть Серега, все ок, когда Серега уезжает, всегда есть я с тобой, и типа ты что-то исполняешь. Скоро Серега уже будет думать, что я на тебя плохо влияю. Типа, давай для контента 400 пожмем. Да? Не, на самом деле просто хочется иногда. Но я чувствую, что могу, и почему нет. Прошлая тренировка была прикидочная, просто трико одели, попробовали. 324 подхода присели. Почему сейчас не приседать больше, не понимаю. Все. Покажи, пожалуйста, видос. Ты что, хочешь еще подход? Щедем. Щедем. Ну, 7 щедем, а, блядь, как 70? Щедем 10. Да, я сейчас я кряпну, блядь, потом Леха, орать будет. Ну. Леха начал приседать большими весами, сразу по-польски начал говорить. Не, есть история, что? Арнольд, аматоры, и я рублю с Асташевским. И тут Асташевского сразу вставляй. Ага. И мы разбираем, ну, делаем тягу. И тяга выше была немножко, 18, не 18, короче, чуть выше. И я разминаюсь, сука, так легко летит штанга. Поднимаю, все классно. И Асташевский подходит, а мы с ним уже часто выступали до этого. Он говорит, Новиков, мазафакер. И я типа, я не знаю, что-то меня в тот момент так включило. И я штангу тяжелее, чем у нас должна быть. Ну, что-то она там 3 раза потянул, и как-то так легко было. А вес, который у нас был, ты помнишь, это где-то видео есть, там где я? Да. Прикольно было. Ну ты мазафакер. Да, Новиков. Мазафакер. 370. А ну давай. Что то есть? Давай. Чуть-чуть, как? Саня. Давай, давай. Чисто щемен дешенч. 370. На! Порядок, правильно. Все, блядь, карта поляка, оформляй, пацаны. Присед есть. Первое упражнение закончилось. Еще 7. Погнали. Так это личный рекорд, да? Так это личный рекорд, да. О, круто. Поздравляшки. Благодарю. А можно тут этот салютики сделать на экране? Кайф. Следующая тренировка будет тяжелее. Еще 2 тренировки тяжелее. И я думаю, 400. То, что я вначале говорил, 450 встану. Ну, будем смотреть на Арнольде. 420, я думаю, да. 50 под вопросом. Присед выпад. Бля. У нас еще приседа 2 раза. 2 разных упражнения. Присед штанга 240 килограмм. Разбираем на 240. Тимон, сколько тут? Тут? Не знаю. А ну считай. Раз, два, три, четыре, 5 блинов. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, дай 5. Лёх. Да. Так а в чем отличие будет вот этого приседания? Сейчас ноги чуть уже будут. Если я раньше приседал вот таким вот образом, то сейчас будут ноги сюда уходить больше. Понятно. Ну, после такого приседа, ну как оно вообще? Дальше все похер. А, да?
Ну, когда на плечах поставила штанга 370, штанга 240 дальше уже, ну, типа, привет. Ой. Йорка. Димон, блядь. Димон. Я заснял. Что ты тыкаешь? Давай помогай. Ты что, накрылся, Димон? Раз, два. Так, выпады 130 килограмм, погнали. Фу, блядь. Бла. Не хочу. Ладно, погнали. Сука. Димон, а ты сейчас став Зеленского? Ще трохи. Через не можу. Вставай. Через не можу. Через ще трохи. Да. Ну ще трішки. Сука. Оля! Ха-ха-ха, це під***ка. Став. Воно не стане, впаде на. Давай. Та немає тут дихи, палку. Діма. А? Палку дай. Яку? А вон, глянь. Зажимчики. Не бачу. Та ні, вон. Я не понимаю, яку палку? Ти пока постой трохи. Та ти, де? Сука. А, оцю. Блядь, застряла. Леха, стой, спасибо. Куда її? Братик, спасибо. Блядь, став. А, не туди. О, я тебе спас. Блядь, нічого себе. О, трохи подкосило. Фух, наконец-то, уже вчера было у меня 1000 подписчиков в ТикТоке. Подписывайтесь, ссылочка будет ниже. И когда будет представляться возможным, я буду проводить вместе с Димой прямые эфиры. Ну и я думаю, что можем как-то пообщаться. Там можем зайти на какие-то веса интересные. Получится, не получится, будет интересно там в интерактивном формате пообщаться. Так что заходите. В Инстаграме я не буду делать точно прямые эфиры ближайших месяца. 1,7 где-то вот так вот. Понял. Ого. Сейчас что-то будет. Я так часто чаще всего в джакузи лежу. Вот с таким же примерно уставшим лицом. Угу. Потому что там распарит и так хорошо. Но это не тот случай. Тут. На джакузька. Сука. Нет. Да не суть, давай, работаем. Ага. Блять, из-за 15-20 секунд работы вот это так дрючится, то ну в сраку. Так, подожди, стоп. Это что, типа один подход и все, типа? Получается, что да. Вот это сколько суеты ради вот этого всего. А прикинь, сколько вот эта вся суета
чтобы подготовить одно упражнение на Арнольд. Да. А потом спрашивают, о, у них призовой большой. Блин. Никто же ничего не считает и не думает. Упражнение называется «Как уничтожить ноги» за минуту. Итак, это следующее упражнение. День-два раза так делайте, и ваши ноги будут как у Лёхи. Ну, примерно. Это третье упражнение. Его я рекомендую делать девочкам. Тоже два раза в день. На лоб особенно мотай, Димон. Димончик, надо на ноги, на стопы. На стопы? Не-не, Димон, полные шаги делай. Ну, типа так? Да. И уже, да-да-да-да-да. Наклон ниже. Да, ну, конечно. Давай наклон ниже. Назад. Давай назад. О! Ну, сделай наклончик ниже. Да ну, все уже, ты что, чуть подсадь ноги. Коленки согни чуть-чуть. Да. Вторая нога просто, типа... Ваше впечатление, Дмитро? Классно, слушай, надо так... Блин, всего лишь резинка, да? Казалось бы. Вообще изи. Набор резинок 200 гривен. Я вчера на роликах исполнял вот видео. Так что ногам уже все. Итак, и завершающее упражнение. Самое, наверное, неприятное. Ну, короче, попробуйте вот эти 4 сетика сделать подряд, и потом, как бы, напишите в комментариях how you feel, или как правильно. Да? Ну, хай будет. Ага. И что, типа так сидеть и смотреть на тебя, да? О, ты можешь, кстати, концовку тогда рассказать? Ну, давай. Подытожить чисто. Ребят, сегодня была хорошая тренировка ног. С личным рекордом 370/2. Мне все понравилось. Ноги жесть уже начинают печь. Всех благодарю, кто смотрел, кто был с нами, поддержит нас. Тикток переходите. Всех обнял, всех поднял. Скоро Арнольд. Сука! Еще 9 секунд. 8. Ну давай, подождем. Всех обнял, всех поднял.